Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей дуэльной партии, в которой я играю за Сангай. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр с нее. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Блин, Женева. Нафига мне Женева? Ну ладно, пускай будет. Почему бы и нет? Блин, оракул. Да, уже exploration-то и не приму. А уже, кстати, голиасы у соперницы есть. Хреново. Нифига мне оракул тут. Надо с колледж давайте. А там уже голиасы, кстати, строятся наверняка, поэтому меньше стало. Метка луков. Нифига себе, генерал. Уже набит. А у меня еще нет. Мне все равно клепаются меткалуки. Интересно.
Блин, мне бы тут стоять и лечиться как-нибудь. Стоим. Ну, по-моему, моя соперница отлично играет. Я даже, ну... То есть я не могу там как-то на свои ошибки... Ну, может, конечно, естественно, если человек проигрывает, то он что-то неправильно делал. Но я прям не скажу, что я тут что-то вот прям конкретно неверно делаю. Выстою ли я до Голиасов? Вот в чем вопрос. Блин. Очень хреново. А вообще, знаете что? Может и не очень. А вот так тебе как? Отличненько. Наконец-то и мой генерал появился. Так, Голиасы. Угу.
Так, тут все. Как это все муторно-то, а? Боже, как? Я тут прям на тоненького все, постоянно просто. Просто постоянно на тоненького. Так, сейчас будет плюс. А, не сейчас. Нет, нет. Перекину в Дженне лучше. Отлично. Фу. Да.
О, тут уже и так моя религия. Так, кстати, в Мельбурн было бы неплохо караван отправить. Мне и деньги нужны, и выполню задание, получу счастье. Это голиасы подоспели, блин. Тяжело, я же говорю. Четвертый город бы был бы не... Блин. Так, пойду тут обрабатывать. Да ёлки-палки, ну хрен он вылечился. Эта подстава началась. Так, счастье появилось.
Да, статуя Зевса тоже хорошая фигня. Так, знаете что, мы не будем в нападение отправляться. Мы будем тут стоять и играть в защитную империю. Да харе. Ну, коляску я не против. Так, это меня устраивает. Такой размен. О, шугалясы тут. Нужны мне пока краны. Блин, мне так нужен оракул. Вы бы только знали. Потому что, построив оракул, я решу проблемы с производством. Так, и что там? Блин, я взял около... Какой я дебил? Как так можно было сделать? Я взял около... Ай, блин. Бля. Ну, блин. Взял... Моя религия дает мне плюс 20 около своих городов, около чужих городов. Думаю, что мне так сложно-то? А ну вон оно что, Михалыч.
Так, все. Надо строить оракул. Как угодно. Блин, ну что ты тут стоишь? Так, я на всякий случай спрячу. Так, ну отступим. Смысл? Подождем фрегатов, видимо, теперь. Да. Рад вам напомнить, что это видео вышло при поддержке 2GIS. 2GIS — это удобный справочник и карта в одном приложении, а еще незаменимый помощник во время путешествий. Надо всего лишь заранее скачать карту нужного вам города на сайте 2GIS.ru и все. По приезду вы сможете открыть приложение и найти в городе все, что угодно. Никакого роуминга, мобильного интернета и трат. 2GIS, если быть точным. Но все равно пока все ровно, так что тут говорить о моей победе вообще очень рано.
Просто мои уникальные издания. Я почему набожность брал? Потому что там есть мои уникальные издания. Такой прокачанный. Я смотрю. Меткалук. Блин, да. Ну, теперь уже четвертый город до Оксфорда, с которого я возьму. Фрегаты строить нет смысла. Блин, чё я не добил этот? Ой, чё-то Лёша тупит. Сяма, денег полно. Что меня расстраивает. Ещё одни. Мельбурн хочет, чтобы я... Так. У меня пока нету юнитов. Антанариву восхищен моей набожностью. Все, эти все отстрелялись.
Да ты задолбал, ну... Задолбала. Прошу прощения, задолбала. Пойдем попробуем найти караванчики. Блин, минус по золоту пошел. Один уход, астрономия, отлично. Так, что у нас тут? Арбалеты. Интересно. Ну и мы в арбалеты пойдем. Так, лайтхаус. Ну,
Слава богу, у меня еще есть одна такая, так что пока не страшно. То есть план, видимо, теперь меня арбалетами заспамить. О, пошли арбалеты уже. Да блин. Да. Блин. Пять ходов до арбалета. Давайте-ка лучше так пойдем. То я боюсь, что заспамят меня арбалетами и все на этом. Не бегают тут караваны.
морские. Вот в чем дело. Да задолбали, ну. Блин. Блин, ну что? Ну что за хрень? Бьют мне этого голяса, конечно. Откуда ди... А! Да. Геликарнасский мавзолей. Это крутая штука. Стена. Опять у меня нехватка денег. Да что ж ты делать-то будешь? Даже не знаю, что делать вообще. Thank you.
Неужто крепость будет тут ставить? Да, честь. То есть уже генералов там прилично. Будут сжигать ученого. Надо было в волю играть. Ну ставься! Охренеть. Ну там больше генералов, то есть сюда сейчас поставится генерал, скорее всего. Ну хоть как-то отбиваться надо же. Петра.
Так, мандекалу мои. Так, пора дорогу строить. Что, смогу я полечить или нет? Смог. Он идет мою крепость обратно Нормально. Может, и мне в честь пойти? Тоже в астрономию. Кстати, Мачу-Пикчу-то никто не построил. А. Еще найди время его построить.
Кстати, смотрите, защитник веры действует только в радиусе 3 клеток от города. В 4 клетках не действует. Почему я его не взял? Вот, просто затмение какое-то. Как бы там человек уже в навигацию не вышел и не проапал свои голиасы во фрегаты. Ну, их что-то не видно пока.
Блин. Ракутовая армия еще плюс. Слушай, у меня только два рабочих. Это, кстати, очень плохо. Голиас, этот обстреляли. Еще один. Так, нам, значит, в эту сторону бежать. Голиас обстрелял. Thank you.
Достаточно приплыть мне все эти караваны разграбить, да? Надо с этим лагерем закончить, тем более Мельбурн этого хочет. Женева. Культура. Ну блин, нахер нам из Женева? Мне вот с Антананариву и с Мельбурном дружить надо. В Манилу торговый путь. Кстати, а почему бы и нет, собственно? Так, тут дорогой соединили. Ура! Мельбурн с нами дружит. Там кто там? Да, тяжело, тяжело. Голиас, 2, 3 арбалета. Все арбалеты меня обстреляли. Да, блин.
И жив еще. Так, этого я уже посажу все-таки. Так, кажись, отбились. Что у нас? По демографии. Ну, я далеко по науке вырвался вперед. Все остальное, кстати, ровненько. Так что... Ну. Надо четвертый город все-таки ставить наконец-то. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. А на этом пока все. Игра получилась долгой, поэтому пришлось ее разбить на серии. Продолжение будет через день или два. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.